Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о подмосковной эвакуации и мыслях депутата. В Подмосковье тоже хотят много денег. Ничего удивительного. А как собрать много денег, особо при этом не напрягаясь? Правильно, штрафами. Власти области планируют увеличить количество эвакуаторов в несколько раз. Сейчас там их 100 и 43 штрафстоянки. И их, кстати, тоже прибавится. Но главное не в этом. В Московской области будет создана структура по функциям, дублирующая администратора московского парковочного пространства. Она и будет отвечать за эвакуаторы и штрафстоянки. Создадут административно-дорожную инспекцию, которая будет ходить с планшетами и выписывать штрафы. На это понадобятся большие деньги. Но в аппарате губернатора быстро смекнули, что эта инвестиция не уйдет в никуда. Вернется, да еще и в увеличенном размере. Особенно если с такой удалью начать эвакуировать и штрафовать. Сейчас в Подмосковье штраф составляет 4 500 рублей. Но и это ненадолго. Член Комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев высказал одну очень полезную идею. Он предложил разрешить пользоваться выделенными полосами тем, у кого в салоне 4 или более пассажиров. Это все очень здорово, и такая практика существует во многих странах. Например, в США есть так называемый «карпул». По сути, это та же выделенка, по которой могут ехать водители даже с одним пассажиром. Поскольку автомобиль в Америке есть даже у пони в зоопарке, эта полоса практически всегда пустая. Но сейчас не об этом. Как правило, на скоростных трассах за порядком следят полицейские. Нет, камеры в Америке есть, но в количествах куда меньших, чем у нас. Если же в России будет принята эта норма, то возникнет странная ситуация. Наши комплексы фиксации умеют считать только наши деньги, а никак не количество пассажиров внутри. Значит, потребуется эти комплексы как-то менять или модернизировать. На это понадобятся большие деньги. Так что идея-то хорошая, реализация может подкачать. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».